Мы продолжаем наше цифровое путешествие по волнам бурлящего дерьма, родом из Google Play. Сегодня поговорим о подделочках под старого доброго Айронмена. Бедняга вдоволь получил бутлега на свой железный пердак. Начнем с более-менее приличной и завершенной хуюнити игры. Конторка Bad Wolf, ответственная за такой шедевр как Justice Bad, предлагает пользователям игру Iron Avenger No Limits. Да, делать пиратскую версию Железного Человека могут только те, для кого нет лимитов. Что же из себя представляет этот бутлеговский Железный Человек? Простите, Железный Мститель. И, собственно, есть главный вопрос, кому он собрался мстить? Вероятно, игрокам, скачавшим эту игру. Ну, неважно, ведь нас ждет настоящий, я бы даже сказал, классический раннер. Железный Мститель, кстати, имя которого здесь Тони Срак, бежит по локациям и собирает монетки, вдоволь раскиданные по уровню. Задача в игре, по сути, одна — не свалиться в пропасть или в воду и вовремя прыгать, собирая при этом как можно больше деньжат. Собственно, раннер есть раннер, его трудно испортить. Железный Мстюн может делать обычный прыжок, двойной прыжок и супер-пупер техно-прыжок с помощью двигателей костюма. Классика, короче. Нам доступны три локации для мщения посредством бега. Уровень трафик — это что-то вроде шоссе с кучей машин и разрушений. Уровень крыши — ну тут понятно, бег по крышам. И самый сложный уровень — некий construction. Грубо говоря, бег по стройке. Как вы уже, наверное, поняли, Железный Мстюн очень любит бегать. Только дайте повод для этого, он побежит куда угодно. Сами уровни, кстати, нельзя назвать детальными или проработанными. Схематично, просто, но препятствий много. И в первые пару раз играть в эту игру более-менее интересно. Потом, быстро понимаешь, что схема расположения препятствий на уровнях не рандомная. И интерес вместе с челленджем дружно идут в жопу. Все три локации как бы разрушены, наводнение уничтожило большую часть города. Вероятно, здесь можно сделать и сюжетное допущение. Зная, как в этой игре Железный Мстюн быстро тонет, он и драпает побыстрее из города, чтобы не захлебнуться. Вот и весь сюжет. Как я уже говорил, попутно мы собираем деньжата, разбросанные по уровню. Монетки мы тратим исключительно на благое дело. Покупаем новый дизайн костюмов, вернее, только расцветку Железного Мстюна, и также прокачиваем способности к бегу и прыжкам. В целом, к этому раннеру придираться нет особого смысла, ибо дальше будет куда хуже. Вторая игра на сегодня. Хуюнити Титан, Хуюнити Шедевр, Суперхеро Iron Robot Rescue от компании с невероятным названием My Game 719. Да, с таким названием можно ожидать многое. Или вообще ничего. Парадокс. Итак, на самом деле, в самом названии игры уже все очень точно сказано. Разработчик не соврал. Супергерой Железный Робот Спасения — это как раз то, что и ждет нас в этой, в кавычках, игре. Железного Человека, само собой, содрали в наглую, без палева и без лицензии. Тут мы даже и удивляться не будем. И вот этот Iron Robot выполняет задания по спасению несчастных простых людей, как типичный супергерой. Ни врагов, ни забегов по однообразным уровням не будет. Только спасение несчастных отупевших гражданских под убогий саундтрек на одной гигантской локации. К сожалению, это все, что смогли высрать из себя My Game 719. Здесь нет сюжета, зато в этой игре есть одна большая локация — город, поделенная на 10 уровней. В каждом из них от нас ждут супергеройского спасения людишек из разных примитивных ситуаций. Поступает задача и вперед на место, где произошла катастрофа или авария. Мы туда прилетаем, а лучше прибегаем, ибо так быстрее, так как ничто в мире этой игры не может сдержать нашего железного робота-спринтера. Спасаем человека из шаблонной катастрофы, он садится нам на шею, и мы его доставляем в безопасную точку. И все. Сложности никакой, интереса, к сожалению, тоже. Лимит времени на уровнях просто как напоминание о том, что по городу гулять нельзя. Нечего тут рассматривать это низкодетализированное окружение без людей и машин. Даже врагов и тех нет. Хотя бы сделали бы пару грабителей банков, я не знаю. Но нет, ничего. Кругом одна бездарная стерильность и уныние.
Ну, а манерно левитирующий железный человек без каких-либо эффектов в костюме — это уже за гранью обосранной фантастики. Ну, просто можно захлебнуться от смеха. Знаете, если честно, думаю, именно так выглядит чистилище для создателей видеоигр про супергероев. Добро пожаловать в пустой бездушный город с кучей глюков и багов. Коробки, расставленные без смысла и цели, и в них застрявший навечно железный человек, который пытается спасти неспасаемое. Думаю, именно эта Unity игра ближе всех к удалению по требованиям Марвела. Что ж, пожелаем им в этом удачи. И на этом на сегодня и закончим.